против змеи. Наверное, в этом топе никто не ожидал увидеть белку. Даже не знаю, почему она решила напасть на змею. Вместо того, чтобы просто грызть орехи. Изначально змея пытается уползти от сумасшедшего зверька, но все же ей приходится принять эту схватку. После пары точечных укусов кобры белка вроде бы сдалась. Но последовала резкая контратака. Она даже прокусила голову змеи, но на этом не остановилась. Кровожадный монстр изранил и искусал рептилию, но она все же осталась жива и смогла уползти.